Во Дворце культуры имени Гагарина состоялся концерт творческих объединений. Участники представили свои лучшие номера за последний год и порадовали зрителей яркими выступлениями. Я когда-то давно себя спросила, что она для тебя, страна Россия. Творческое объединение под названием «Истоки» проводили учебный год ярко. В концерте приняли участие дети разных возрастов – младшая, средняя и старшая группы. Сегодня у нас отчетный концерт художественного отдела Дворца творчества детей и молодежи «Истоки». Называется он «Встречай лето с нами». Это итог нашей годовой работы. Сегодня вы увидите лучшие номера наших коллективов, которые в этом году завоевали очень много премий и побед. Стали практически все коллективы, которые вы увидите сегодня на сцене, они стали призерами и победителями нашего областного конкурса «Сердце отдаю детям». Есть коллективы, которые получили в этом году премии «Гран-при». Об этом мы сегодня как раз будем о каждом коллективе рассказывать. За год, вот чему дети научились в коллективах, да? В принципе, вот сегодня они это и покажут на сцене. Приглашены их родители, приглашены почетные граждане Сергиева Посада, образование в основном, да? То есть мы представляем управление образованием, то есть работаем от образовательных организаций, сотрудничаем с практически со всеми школами, детскими садиками. У нас очень много филиалов, не только во Дворце творчества, да, Истоки, на Вознесенской, но еще по многим школам есть свои кружки, так как места всем не хватает, но очень большая востребованность, чтобы дети занимались в кружках при школе. То есть это всегда после занятий, после школы. Ребята приходят. Вот ко мне они приходят, например, учиться снимать, писать интервью, там, стендапы, свои передачи, программу «Лестница», которая выходит в эфире на телеканале «Тонус». То есть вот дети этому учатся. Отчетный концерт творческих объединений стал настоящим праздником искусства и таланта, объединившим всех любителей красоты и творчества в одно целое. Конкретно с этой песней я выступаю первый раз. Нужно было что-то подобрать под мероприятие. У нас все-таки дом творчества детей, а потом уже молодежи. У нас детей больше, чем молодежи. Поэтому нужно было подобрать как-то под этот контингент песню. Выбрали «Облака белогривой лошадки» в современной обработке. Вроде бы все сложилось удачно. Я считаю, что сегодня фестиваль талантов, потому что вот Дворец творчества детей и молодежи «Истоки» – это уникальное, вот, честно вам говорю, учреждение, где такие награды, такие группы занимаются. Поэтому я первый раз тоже сама вот вырвалась, и я с удовольствием, думаю, посмотрю сегодняшнее мероприятие. Юные таланты демонстрировали со сцены самые яркие и незабываемые номера, которые просто не могли не вызвать восторженную реакцию зрителей и самые бурные аплодисменты. Все участники и зрители ушли с концерта в приподнятом настроении, полные впечатлений и эмоций. Дарья Царева, Мария Кощеева, «День города».